Сегодня у нас 16 июля 2017 года. Это у нас вот лагерный пруд. Вот решил я посмотреть, это наш огородчик тут. Тут должны были ребятишки прийти порыбачить. Вон они виднеются. Сейчас посмотрим, как у них рыбалка проходит. Прости меня, брат. А знаете что, если я на эту удочку не хочу, я просто балуюсь. Звоню я тебе? Удочку, ведро, рыбу, потому что там еда, и мне полбу прямо. Прости меня. А что посылал смс-ки? Я посылаю? Я вроде на блокировку ставил, она как-то разблокируется и опять. Не знаю, телефон что-то он, это другой у меня. Ну и что у вас? Есть какие результаты-то, нет? А, 9 рыбок. 10! А кто, гальяны? Гальяны. 10 рыбок. А кто-нибудь там по... 10-ю сейчас поймал. А покрупнее кто-нибудь клевал? А в другом месте, брат, ловили где-то? Пробовали? Нет, а там вот, где березка-то, я имею в виду. За березкой. Ну, по краям, да, только там вот, где батюшка, там на той стороне. Вон какие-то круги пускает кто-то. А этот, тут Никита Устинов на плоту, с плота прямо это рыбачил. Он взял пенопласт, десятку, что-то там какой-то каркас придумал, и на нем плыл прямо, спокойно одного удерживает. Я не знаю, что он там поймал, не поймал, но вот так он. На тачке привез его на своей. Не, Сара, у тебя что? Нет уже этой удочки? Так вот она, дядя Сережа моя. А, дядя Сережа. Угу. А что ты, брат, поменяй глубину-то, он у тебя даже не стоит. У тебя на дне лежит. Ну это поплавок такой. А, поплавок. Я на него уже 9 штук. Ну это ты все выловил, что ли? А Егор, у тебя были поклевки? Три поймал. А? Три поймал. А, три поймал. Ну а что говорят, всего 9 вроде. Или подожди, я не 9, а не 8. Круто! Да, это во время жары вот эта тина появилась. Ее бы убрать можно было бы, наверное. О, смотри, а там кто над водой? Вон, смотри. Машкара, что ли, кто? Интересно, какие-то букашки непонятные. Ну, вон, видно, гальяны плавают. Но... Вон они, сколько их. Стайкой. А вон там круги, это вон, это карта, наверное. Где? Вот круг. А, вот это побольше, который. Она крупная рыба, просто. А ты попробуй на это, на гальяна. Половить его. Он его какой вообще? Он же мальков есть? Да ты что? Нет? Господь с тобой. А что? Сразу видно, не рыбак, да? А чем он питается? Гальяна даже щука не будет есть. У него крест на лбу. Крест на лбу. Щука как раз на это не смотрит. С крестом он без креста. Она слабая, то есть даже не посмотрит на это. У меня в детстве был случай, я как-то ловил такие же гальянов, только у нас еще на мельче. Почему-то писелявками их называют, не знаю почему. Ну и носачок ловлю вот так же вот с этого. Ага, поклевка идет, ну. Начал ловить, и обычно я в сачок в воду ее опускаю, и туда крошки спускаю сверху. И они туда раз, из это рыбки туда заплывают, я резко поднимаю сачок, и все. И так много рыбешек ловил. А потом смотрю, что-то рыбешки все исчезли. Я даже удивился весьма, думаю, а куда они все исчезли-то? А потом смотрю, щука проплывает над моим этой садком-то этим. Я только дернулся, она раз сразу и уплыла.
Хотел щуку поймать. Не тут-то было. Ладно, все рыбы застыли сразу. Коля, у тебя удочки нету с собой? Есть. Это Егор на нее рыбачит. Вот, что-то... А вы сами-то пробовали, нет? Нет. А что вы? Пробовали. Я и Владимир Федорович только, а я нет. А ты что, Нестор? Решил сегодня здесь Сереже дать? Я умею. Мне кажется, вам надо глубину не изменить, я наверное. Нормально, на этой глубине ловили, нормально. О, у него пошло. О, поймал. Молодец, Егор. Только я сказал, сразу тут же опровергнули. Будешь рыбачить? Все, поймал? Ну да, галенчики поймал. Еще один. 11-й гальян. А, нет. Нет. Гальяны, конечно, они такие красивые. Нет, конечно. Рыбки. Как хочешь. Можно потерять? 11-й гальян. Ну-ка, это, Коля, достань оттуда это, ребешки, покажи на руке прям. Мне не надо Коле доверять. Я хотел. Коля, ну мы поймаем здесь их. Да я не могу. Дайте я достану. Вот. Ой. Чего ты его уронил? Она выскочила. Его держи. Дайте я. Место, вот. Давай ты это. Смотрите. Где я не вижу? О. Ну дышать не можешь. Я может, не просто все легкие. Дай Нестору, он покажет. Нестор умеет держать. Да я умею тоже держать. Коля, ну что ты? Ты сейчас его замучаю. Коля, дай. Гальяна. Они как клюнут, так вот уже точно красиво. Держать что ли? Ладно, все, посадите все, его обратно. Хватит. Вот. Вот, смотрите, давай. Теперь он точно не сбежит. Вот он, гальянчик наш. Красавец. А у нас мы сделали себе курик маленький, заходит. И там у нас сейчас... Он коршун летает, тоже добычу себе ищет. И гатаны, и караси. Тоже красавец. Самый большой красавец. Вон этот лес, коршун. Он даже к воде еще приближался? Да, да, он лапу этими когтями. Ничего себе, значит, он тоже рыбкой питается. Коршун, они... Хищники. Тут обычно чайки летают, ловят. А они были здесь, когда были, да? До ужина были. Дядя Володь, я видел, как чайка прям в воду нырнула и вынырнула быстро. Ничего себе. Повезло тебе. А потом мы все увидели. Вон еще один нырнула, коршун. Но у нее два раза не получилось поймать эту рыбу. А вот вы бы, Владимир Юрьевич, видели, как тут было весной, когда еще лед стоял. Да? Когда уже начало все таять. Какая плачевная была картина. Эти карпы такие большие, ну сантиметров по 30, по 40, наверное. Что? Лежали поверху льда, за, это, ну, мертвые. То есть им, наверное, воздуха не хватит. Воздуха, да, да, да. И площадь, по всему площади. И тут столько этих собралось, вот этих коршунов. Уху, больше десятка, наверное. Да, я еще... Сколько примерно этих карпов было? Ну, много, я не знаю, но много было. Карпы? Они тут пировали просто, вот эти коршуны. Карпы здесь были? Ну не только коршуны, там еще, видите, наверное, как там, вороны были, кто там. Карпы что ли здесь парили? Да-да-да. О! Еще одна рыбёха. Егор еще одного поймал. Молодец. Молодец! Ну-ка, Егор, покажи свою добычу. Вот он. Эх ты, глупый. Зачем ты кинулся на этот крючок-то? Это наша еда. Не отзывайте ее. Все, на, забегай. Да. Такие жирненькие уже. А вот этот уже дохленький. Кажется. Нет, он не дохленький. Мне нравится этот червяк. Кому пойдет этот лов? Кошкам? Не-а. Мы его... Под руководством Сергея хорошо. Мы его... Слушайтесь. Мы его обычно второго рыбака. Пока я живой. И кишки ели, и их они. Давай. Серьезно. Это же вкуснятина объедение с кишки. Ну а как еще сказать? Внутренности. Сейчас бы щуку вот наловить. У нас тоже была один раз сплоченная история. И укус вари. У нас мы пошли, ну, рыбачить руками рыбу. Мы Ваня один раз поймал так много рыбы руками. Красивее особо. Ну, идем мы так и вся сухо-сухо. Видим, щука мертвая. А, держи вот эту удочку. Большая-пребольшая. Жалко. Руку, да, вот так. Вот. Я думаю, что две уточки. Лево,
ты хватит, они уже не клюнут на это. Что? Ну, вот это вот. Они уже не клюнут. Это моя удочка. Я уже не клюнут. А я что же сделать? Закиньте ее. Ее легко и делать. Может, я с Сергеем Павловичем там крючок торчит? Что они тебе не клюют? Рыба не умеет разговаривать. Наверное, но этой удочке вкуснее червяк. Кто прокинул этот раз червяк? Зря мы его с собой взяли. Кого? Тебе. С тобой проблем полно. Ты куда червяка ты взял? Зачем? Не надо его. Червячки. Ладно, шучу. Вот они, бедные червячки наши. Ползали себе в земле. Сейчас на удочку. Вот еще щек их. Нестор, не брякай, не брякай. Повел. Резче надо. Быстрее надо, очень рубко. Ты должен дернуть как бы немножко, чтобы она подцепилась. Подсечь, да. Ты не долби вот так, ты пугаешь их. Место, ну я же сказал же, зачем ты это делаешь? Убери вообще эту палку. Сейчас кто-нибудь запинаться будет об нее ходить. Я-то видел, чтоб рыбаки бегали, скакали по берегу, когда рыбачат. Они сидят спокойно, с выдержкой. Нестор, встань с земли. Не надо. Да, не залазь. Ну тут резко, ты идешь по ней. Говорю, наверх туда залезь и не ходи туда. Сказал, наверх, он туда полез. Наверх! А я туда? Как резко, видишь? Ну, прошу, это счастье, прожмите его. Место, энергия нужна на работе. Как раз у вас ее не очень. Энергия на работе. Наконец-то. Ласточки летают. Вот они радуются жизни. Статята. Тоже что-то там возле воды ищет. Интересно, на этом месте тина не заплывает. Или вы разогнали ее? Вот это? Нет, вот в этом месте почему тина-то нет? Опа, ушла вроде. А потому что здесь мы несколько раз плавали, заходили. Угу. И поэтому, скорее всего, это. Да. И она отошла. О, ласточки что-то там тоже. Что они там рыбачат или что? Что-то летает над водой. Это моя лучшая уточка. Ой, бедная ласточка. Смотри, сколько ласточек. Смотрите, ребята, ласточек сколько. Тоже что-то ловят. Бедные ласточки, они ныряют. Потом они тоже что-то там ловят. То ли насекомых, то ли... Насекомых, скорее всего, конечно. Это раньше лучше не знают. Коля, у тебя крючка другого нет? Нет. А, у меня 5 таких одинаковых крючков. Но я не знаю, где с ними. Но у меня все одинаковые. Вот так. Я же все так вниз. Вот так держу ее. О, наконец-то. Я первый раз вижу, что ласточки вот так над водой летали именно. Именно много таких. Идите сюда, смотрите, сколько мошек. Ну ладно, пойду я. Слава Господу нашему, Иисусу Христу, слава.